Всем привет! Автообзорщики офигели. Им уже места мало, в моем дворе автообзоры снимают. Ну чего, долг платежом красен. Сейчас поедем к нему, посмотрим, где он живет. Прокатимся. Приятного просмотра. Когда-то, время от времени, я тоже бомбил на «Жигулях», на соседских, на трешке. И посмотрев несколько раз видео Ярослава, я определил это местоположение и нашел дворик. Мы сейчас проедем по дворику и найдем эту парадную, откуда он выходил. А в качестве доказательства я покажу вам видео, где он снимал прямо в нескольких метрах от своей парадной. Так что все в порядке, никаких проблем. А вообще, когда бомбил на «Жигулях», приключений хватало, в казино «Конти», Я оттуда мужика брал, с выигрышем. И он реально оттуда вышел с деньгами, и я его отвез домой. Правда, еле-еле его довез, но это отдельная история. Приключений хватало. Ну а сейчас мы уже подъезжаем, и вот она, вот его парадная. Смотрите. А чуть подальше увидите место, где он снимал видео. Вот и все дела. Да-да, вот эта школа, у которой он снимал видео. А машины здесь вот в правом ряду он ставит. Ага, так и есть. Ребята, я уже, конечно, сам по себе не представляю, что это будет. Взял я деньги и купил BMW. Смотрите, E39. Вот она, ключ уже у меня.